Мой запрос был к Ангелике Филипп по поводу того, что меня достаточно сильно раздражают люди с шизотерическим мышлением, особенно когда их заносят очень сильно. В процессе разговора я поняла о том, что опять те же самые грабли, на которые я наступаю, это просто низкая самооценка, но только с другой стороны. И вот мы пошли с Ангеликой в путешествие по моей жизни, пошли, умудрились выйти в другую жизнь, посмотрели, откуда появляется вот это ощущение того, что самооценка падает до нуля. Вот. Сессия была очень хорошая, очень интересная, плодотворная сессия. И я очень благодарна гипнотерапевту и целителю Ангелике за ее работу, за ее внимание, вот, за проведенную ею сессию. А вот сейчас хорошее настроение. Посмотрела еще раз то видео, которое меня триггернуло, и почувствовала, что оно меня больше не трогает. Вот пошла сейчас на улицу гулять, отдыхать. Благодарю, Ангелика, и надеюсь, что мы еще не последний раз встретились и обязательно будем полезны друг другу.